Добрый день. Хочу снять видеообзор на корм Bread Fresh. Это корм для взрослой собаки, индейка с горохом. Это отличный корм для своей ценовой категории. Очень много натуральных ингредиентов. Лучше ознакомиться с ингредиентами сайта. Выбирала среди очень много других кормов, конкурентов, в том числе и Royal Canin. И у данного корма состав значительно лучше, чем у Royal Canin. Единственная особенность в том, что данный корм не делит свои гранулы для маленьких, так и для больших собак. У них гранулы всегда вот такого размера, они достаточно жирные. Посмотрите, пожалуйста. И запах не совсем приятный, но поскольку собачка очень быстро съедает, уже не так сильно чувствуется. Пыталась замачивать данные гранулы. Занимает полное замачивание где-то 3-4 часа, не меньше. Только тогда гранула становится достаточно мягкая, и собачка с легкостью может переварить. Но это больше для собак, у которых проблемы с пищеварением. У меня иногда бывают такие случаи, мне приходится замачивать. А так кормом очень довольна. Собачка съедает за 2 секунды. Настоятельно рекомендую. Качество и цена – идеальное соотношение. Моей собаке 3 года. Она средних размеров, весит 9 килограмм. По норме данного корма ей нужно давать 140 грамм, но поскольку она малоподвижна, ей 120 грамм вполне хватает, весе она не теряет. Шерсть блестящая. А корм она проглатывает, вот видите, за 2 секунды съедает, так как очень ей нравится, довольная, счастливая собачка, абсолютно здоровая и радуется жизни. Давай.